наши дорогие друзья, у нас, как всегда, прямой эфир «Закон и порядок США» с детективом Стивом Дудником. И сейчас в гостях гость, который давно не был на нашем канале, многие уже его не знают, потому что очень многие у нас пришли новые на канал, многие знают его, это Антон Сахаров. Антон у нас был кандидатом в губернаторы штата Вашингтон от республиканской партии. И это очень большой шаг, который он сделал в своей жизни. Антон, привет. Как меня слышно? Привет, Стив, всем добрый день, рад всех видеть. И с наступающим, поздравляю американцев с великим праздником завтра. Да, у нас завтра великий праздник, и ты когда-то сделал великий шаг. Оно, конечно, не получилось, но и самое интересное, у меня такое ощущение было тогда, когда ты пошел вот в политику, а ты пошел на большой пост, это не пост, там, знаешь, мэр какого-то маленького городочка, ты баллотировался на губернатора большого штата. Но ты же подсознательно понимал, да, что не пропустят, и это просто была такая вот там вдруг. Ты знаешь, это было больше шаг такой, что если сидеть ничего не делать, то вообще все развалится, да, то есть это такой вот desperation, шаг, как бы попытка изменить хоть что-то в жизни, да, и жизнь одна, надо как бы не сидеть дома на диване. И на самом деле это отличный опыт был. Я думаю, что я изменил, что-то изменил. Как бы общую политическую структуру в штате. Хорошо, бы выиграл, был бы Антон Сахаров, губернатор штата Вашингтон, это уже был бы пост, это просто был бы, знаешь... Я знаю, что если бы я по какой-то там причине получилось бы пройти праймерис, то дальше бы точно бы не дали возможность. По многим причинам, не только потому, что там иммигрант, но и так как там все сильно связано с большими деньгами, там очень серьезные вещи, так просто не отдадут. Поэтому... Камушки бы не пустили бы, да? Я думаю, что придумали бы что-нибудь. Понятно. Это как это у Дэвида Старобина, когда он выиграл в Сенате, стал сенатором в штате Нью-Йорк внутри. Они быстро его взяли два района, объединили и все, и его кресло убрали. И все, что... Ну, собственно, это и произошло, да. То есть во время из-за ковида губернатор с левой стороны убрал требования на регистрацию в выборах, и было 37 кандидатов. Собственно, они это и сделали. Да, то есть у республиканцев не было никакого шанса. Ладно, давай поехали по нашим баранам. И сначала, я знаю, ты же приехал в штат Флорида, поэтому ты наш гражданин теперь нашего штата. И как я не гражданин Соединенных Штатов Америки, само собой, еще гражданин штата Флорида. Это такой главный резидент. Как тебе вообще поведение Десанта сегодня? Вот Десантес, вообще он такой, он очень, его кто-то называет будущим диктатором, там пытается на него, там вот губернатор Калифорнии на него наехать, который обанкротил свой штат, ему там не нравится, теперь он. Вот, но Десантес, когда он поджимает такие колечки, я слышу, что в прошлом году на сенат, республиканский сенат штата, у них там была просьба, попытались подписать мне там несколько законов, и он отказал им своей подписью, но он объяснял, почему. А в этом году, они говорят, он даже не объяснил, вот много было законов, которые сенат предоставил губернатору, он просто нет и все, даже без объяснения, он жестко как-то отвечает. И вот он теперь начал бороться с марихуаной в штате. Я знаю, что он сегодня подписал такой указ, что запрещено использовать медицинскую марихуану в реабилитационных центрах. Я насколько понимаю, что это может быть конец карьеры, значит, начало сразу конца карьеры, потому что марихуана курит практически все, ну, кроме тебя со мной, не курим, я знаю. Вот, лично мне это не нравится, потому что у меня вот она соседи курит, она в дом попадает, мне хочется выйти в голову им дать, не люблю я этот запах. Вот, но мне кажется, что он делает большую ошибку, что нельзя с этим сейчас бороться, как бы, вот, как ты думаешь? Ну, это такой открытый вопрос, да. С одной стороны, он потеряет какие-то голоса таким шагом, да. С другой стороны, на федеральном уровне марихуана запрещена до сих пор. То есть на самом деле это наркотик, который запрещен официально. Да, и как мы знаем, там в других странах, тоже России, люди получают тюремный срок за это. Просто здесь пошла волна вот такая вот легализации сначала легких наркотиков, потом сильных наркотиков, особенно на западном побережье, где спокойно можно там в том же Сиэтле носить крак, там до, по-моему, несколько граммов, и тебе ничего не будет, даже если поймают. Тут вопрос такой, насколько сильно это повлияет на выборы с Десантисом. То есть Десантис пытается показать, что он на стороне закона, на стороне правосудия, и на самом деле в какой-то степени он пытается защитить штат от того, что произошло в либеральных штатах, да, где когда-то легализовали марихуану,
и потом пошло и поехало, да, то есть был большой приток бездомных, был большой приток других наркотиков, и сейчас уже дошло до того, что там просто, ну, в Сиэтле люди колятся прямо на улице при всех, то есть никто не скрывается. Может быть, это даже и правильный шаг, да, вопрос, как это повлияет на выборы, это пока сложно сказать. Не, ну, понимаете, я не знаю, вот если это посмотреть, насколько вот безопаснее, что больше безопаснее, марихуана или алкоголь, или водка, или коньяк, или виски. Это наше такое, потому что вот мое такое понятие, что то, что ты запрещаешь, то сразу начинается черный рынок, начинается, это лишние деньги, вот идут в банды и все остальное. А когда это все легально, хотя я тебе хочу сказать, что от того, что они разрешили марихуану, все равно черный рынок существует. Потому что не все могут достать, не все могут получить эти карточки. И все равно, я знаю, из Калифорнии возят даже сюда нелегально, через Штаты возят, все равно разные всякие. Поэтому, да, я не знаю, действительно, как это может реагировать. Вообще, вот скажи мне тебе, вот ты вот живешь, сколько ты уже во Флориде находишься? Ну, практически третий год, да, 3 года. Как тебе вообще вот Десанта, скажи, вот твое мнение по этому человеку, как политику, как человеку? Потому что мы же знаем, что когда-то, много лет назад, ну, Десантес был никто. Если бы Трамп не потянул ему руку, он так бы остался никем. И мы знаем, что Десантес, в общем-то, Трамп вытащил на Олимп, и он его потянул туда, и он подал руку ему этой помощи. А сейчас между двумя этими гигантами политики, будем так говорить, реально какие-то проблемы. И они кусают друг друга, и Трамп его обвиняет, что он не помнит, чья рука давала. И вот как вот твое мнение, как политика, что происходит там? Ну, скажем так, сначала вот с первых, как бы, первый уровень такой вот, да, между любыми политиками есть соревнования, даже если они из одной и той же партии, да, то есть как найти политиков, которые вот всегда друзья и всегда неразлучны, наверное, практически невозможно, за исключением, где они совершенно не соревнуются, например, там два разных сенатора в разных штатах, и то они рано или поздно, может быть, начнут, когда будут идти на какую-нибудь другую должность. То есть с этой точки зрения это ничего нового тут нет, и это такая, скажем так, здоровая политика. Другое дело, что сейчас происходит очень похожая ситуация, то, что произошло в 2016 году, да, где у нас действительно очень большое количество кандидатов с республиканской партии на пост президента, и этот список, скорее всего, будет даже еще больше увеличиваться. И это такая уже проходит, такая трейдмарк республиканской партии. Все хотят, все считают, что они могут, и все думают, что они вот самые лучшие. Это, с одной стороны, полезно для общества, но это опасно, потому что это разделяет все-таки общие вот партийные голоса. И вопрос... Самый главный вопрос всегда, после праймериз смогут ли люди договориться и проголосовать за одного кандидата? Ведь после праймериз будет только один кандидат. Неважно, кто бы он был, да, один кандидат от этой партии. Дай я перефразирую, Антон, извини. Не создал себе Трамп голема? Ну, нет, я думаю, что, во-первых, ну, я не думаю, что он хотел этого создавать или даже думал, что это получится. Я не думаю, что Десантис тот человек, который сможет победить Трампа. То есть Десантис хороший, очень хороший губернатор. Он сделал много вещей в штате Флорида, что здравый смысл, как бы, да. Штат чистый, штат постоянно растет, увеличивается количество там строительства, строек и все остального. Но сможет ли он конкурировать с Трампом? Я думаю, что нет. И у Трампа единственный, на самом деле, минус сейчас, в данный момент, это его возраст. Да, то есть его возраст это... Ну, я тебе хочу сказать, что многие было бы завидовали, даже молодые его. Согласен. Но вот это один из его минусов, да, потому что, как бы, ну, все-таки возраст уже дает себе знать, и это единственное, что может сдержать людей. С точки зрения, вот если разложить всех кандидатов, я думаю, что Десантис... ничего против Десантиса, я просто думаю, что по сравнению с Трампом он не потянет. Просто потому что, ну, Трамп более популярен. Смотри, ты бы никогда, сейчас то, что от меня услышишь, у тебя, наверное, будет шок у тебя, но я все-таки скажу, ты знаешь, я к демократам отношусь очень отрицательно, у меня прям к ним такая нелюбовь массовая такая. Но ты знаешь, я недавно посмотрел Роберт Кеннеди, и что-то у меня в голове кликнуло.
Я вот за последнее время из лагеря демократов ничего такого умного, вот реально, вот он вышел, он начал говорить, и вот как он себя ведет. Все, и я прекрасно, конечно, понимаю, что если мы уже пойдем демократы-республиканцы, что нынешние демократы далеко не демократы, они куда-то левые, а демократы – это республиканцы. Так вот, вот Роберт Кеннеди, он мне настолько, он настолько вот и про Украину, и всю эту правду. И вот он реально, вот он рубит правду матку, что у демократов просто истерика там, они чуть его не саботируют его. А что ты можешь сказать про этого человека вообще? Действительно появилось в стане демократов вот, нормальный человек? Ну, надо дождаться дебатов. Я думаю, что без дебатов тут сложно сказать, да. То есть по дебатам видно на самом деле какие-то яркие моменты. Вот на стороне республиканской партии, по-моему, дебаты будут в августе уже первые. Первое ощущение по Кеннеди? Мне сложно судить, потому что дело в том, что система Америки, выборная система устроена так, что я не говорю, хорошо ли это или плохо, это факт. Да? Выигрывает в праймерис тот, кто говорит самые такие, ну, вызывающие вещи, да? Кто выявляет самые сильные эмоции. Потому что, и это сильно отличается от второго тура, потому что второй тур там четко идет, вот из каждой партии идет кандидат, и это очень вот четко направлено, куда ты направляешь деньги, где ты делаешь рекламу. На стороне вот праймерис, это первый тур, тут нужно кричать самые вызывающие вещи, чтобы у всех на уму было твое имя. Да? Это на самом деле вот единственный вариант, то есть вот неважно, на самом деле, с какой партии ты. Поэтому сейчас, на самом деле, вот ты вот начинаешь мыслить опять, вот ты сказал, вот какие-то здравые мысли, да, это для второго тура имеет смысл. Для первого тура, кто громче будет кричать, я вам пообещаю больше денег и дам все бесплатно, тот выиграет, на самом деле. Никакой здравый смысл не победит в первом туре. Но мы же видим, как демократы перепугались его прихода, в любом случае, это же видно какой-то там... Не, ну понятно, что любой дополнительный кандидат как-то влияет, то есть какой-то кусок голосов там, да, может оттянуть. Есть ли у него реальный шанс? Ну, пока сложно сказать, давайте посмотрим. А кто он такой, Антон? Именно мы знаем, что Нэнси Маккеннеди, это когда-нибудь сейчас следил, кто он, откуда он появился, его никогда не было слышно. Я пока сильно не вдавался в подробности, то есть я думаю, что давай вот... Было бы здорово после первых дебатов обсудить, когда вот они будут, начнутся, мы можем вдаваться в подробности. Потому что сейчас очень сложно. Я как бы не сильно знаком с этим кандидатом, да, с семьей Кеннеди. Понятно, что семейство там большое, тянется там несколько поколений. Я сильно на имена не зацикливаюсь. Надо посмотреть на послужной список, да, и на самом деле... Я не знаю, не слышал никогда. Он такой появился, как бы, знаешь, интересно. Знаешь, так, даже когда только появился Обама, тоже его никто не слышал его. Я когда первый раз слышал имя Обама, я это посмотрел, думаю, кто это такой вообще, откуда он, ну, появился, и никто о нем никогда не знал, не слышал. Ну, вот скажи, никто о нем не знал вообще об Обаме. Да, совершенно верно. Причем Хиллари Клинтон собирался выиграть в этом. И поэтому у меня, когда вот так вот вылазят незнакомые люди, и вот это у меня они задают как вопрос, потому что так уже было и с Обамой, понимаешь, как-то были с ниоткуда, бам-бам, и пошел наверх. Поэтому я когда сейчас... Ну, хорошо, я просто был интересно. Ну, давай поговорим все-таки о нашем дедушке, о нашем президенте. Вообще, как тебе его последнее признание преступления, открытие на весь мир? До этого он признался в открытую, что он снял генерального прокурора Украины. Оказывается, когда-то на Украине, ну, это было, по-моему, 18-й год, если точно, ты можешь ошибаться в годах, в СБУ был розыск, был на семью Байденов, на сына и на отца, был реально уголовный розыск. СБУ открывало. И были статьи, что они грабили Украину, что они там отмывали деньги, и там много чего было, пока генерального прокурора не убрали. Вот, и вот тогда он признался, что он поменял генерального прокурора. Это преступление считается. Ты же знаешь, никто не имеет права никуда лезть, и он в открытую это признался. А тут он в открытую признался, что он вообще тут продает американские секреты налево и направо. И тишина, и никто ничего не говорит. Я думаю, после этого будет взрыв газет, шум будет какой-нибудь. Вообще, как будто чувак ничего не сказал. Ну, это показатель того, что есть, скажем так, темная сторона поддержки, да, которая неофициальная,
И у них есть свои как бы люди, кого они поддерживают, независимо ни от чего. То есть медиа, массовая медиа, и там есть и карьеристы, которые в политике не участвуют, а они карьерные, скажем так, слуги народа, да, то есть люди, которые там по 30-40 лет работали в государстве, у них своя система сложилась, и, ну, в том же FBI, IRS и все вот эти все трехбуквенные службы, у них как бы вот теневая поддержка каких-то сил, и одна из причин, почему и Трампу не дали многое, что сделать во время его 4 года, вот. И сейчас они как-то там управляют, то, что говорит Байден, может, даже не управляют, но управляют системой. Поэтому ничего удивительного нету, что тут завтра может выплыть, что Байден инопланетянин, никто не скажет ничего. Я думаю, что так вот связаны все руки. Не, ну я понимаю, а народ наш, но люди же тоже все это слышали, почему люди не реагируют, не выходят на улицу вообще, ну это вообще ужас какой-то. Все знают. Почему люди не реагируют? Смотри, за последние 4 года информационный поток настолько перенасытился, что вот идет полное отрицание всего, что происходит. То есть люди, которые приняли решение, там они поддерживают Байдена, неважно, что произойдет, они будут поддерживать Байдена. То же самое на стороне республиканцев. То есть, ну, на самом деле, большое количество людей вообще сильно не вдается в подробности. И сильно этим всем как бы не интересуется, а те, кто интересуется, вот они как бы выбрали, и не важно, что там произойдет. Ты не сменишь, как бы, не изменишь их мнение, не важно, что в новостях будет высвечено. Ну, это так есть, последние 3-4 года перенасыщенность информации. Поэтому, на самом деле, каждый раз все политики и говорят более громкие вещи. Да, то есть более такие экстраординарные, там, последнее выступление Байдена, там, ну, чуть ли он там социализм уже пропагандирует, поэтому без этого никак, то есть все идет все дальше и дальше в разные стороны. Окей, ну ты думаешь, у него шанс есть, например, вот заново, ну, пойти на выборы? Я думаю, что он физически до выборов не дотянет, ну, будет его состояние. Ну, сложно сказать. Я вот удивляюсь, что он до сих пор еще ходит, да, то есть как бы с точки зрения возраста и как он себя ведет, то есть он там какое-то сумасшедшее количество дней в отпуске провел, срок, который он работает. Очень сложно сказать, дойдет ли он до выборов. Я не пойму пока, то есть пока я не увидел какого-то, то есть кандидата, который, может быть, потенциально его готов бы сменить. Там была какая-то информация про Ньюсом, и, по-моему, это как-то очень быстро замяли, губернатор Калифорнии. Был какой-то порыв информации, и вот в течение там нескольких недель все это утихло. Поэтому сложно сказать, давай все-таки до выборов еще приличный срок. На самом деле сколько получается? Год и 3 месяца? Да, год и месяц до праймериз, и год и 4 месяца до основных выборов. Ну, окей, может, да, давайте мы сейчас мы посмотрим рекламу, и после этого у меня будет еще вопрос к Антону. Частное детективное агентство в США. Русскоязычные детективы. Агентство расположено в Майами, в штате Флорида. Наши услуги. Скрытые наблюдения. Поиск пропавших людей. Проверка биографии. Проверка персонала. Розыск должников и их активов. Проверка кредитной истории. Проверка бизнеса. Проверка недвижимости. Расследование киберпреступлений. Расследование преступлений с криптовалютами. Также наше агентство оказывает услуги нотариуса и помощь при регистрации бизнеса. Телефон
плюс 1-561-827-81-82. Отличная реклама. Походу мы потеряли Стива. Сейчас, видно, вернется. Мне тоже понравилась реклама. Такой прям детектив, который решит все проблемы. У меня выбило свет, представляешь, за секунду. Бывает. Иногда. Так вот, хорошо, смотри. Очень интересный вопрос по Трампу. Смотри, Трампа загоняют в угол. Пытаются его во всем обвинить. Его одно уголовное дело за другим уголовным делом. Они цепляются к секретным документам. И мы прекрасно понимаем, что это все полная туфта. Они просто не хотят допустить его до выборов. Как ты считаешь, это может как-то помешать? Отличный вопрос. Смотри, все зависит от того, как далеко это зайдет. Вот на сегодняшнем уровне, на самом деле, это никак не повлияет, даже будет большим плюсом. На самом деле, опять же, вот в праймере, неважно, отрицательные вещи говорят про тебя или положительные, главное, чтобы говорили. Потому что это для большинства это вот просто именно слуху. То есть вопрос только, куда это зайдет дальше, и пока вот на сегодняшний момент это даже сыграет на руку, так как все-таки выйдет больше людей, которые скажут, ну, видно, что оппоненты пытаются посадить, да, и мы должны что-то сделать, чтобы это изменить. То есть на данный момент, я думаю, это плюс. Ну, Стив, тебя не слышно. А у нас демократическая страна. Все это демократии, но весь мир просто смеется, все же видят, притом об этом говорят все, говорят в Америке, говорят за пределами Америки. Все видят, что это какое-то двойное правосудие. Байдену можно все, Трампу нельзя ничего. А то, что сейчас с сыном Байдена произошло, его просто отпустили практически. Неуплата налогов, оружие. Просто отпустили человека. И когда ты слушаешь демократов, они говорят, что это ничего не произошло, это нормально, так могло с любым произойти, любого бы отпустили. Но мы же понимаем, что это не так. Да. Предвзятость стопроцентная, да, то есть у нас в Америке присутствует, опять же, вот эта вот темная система, которая может посадить любого, уволить, закрыть счет банковский, посадить в тюрьму. Это реально происходит, да, то есть у нас, ну, один из главных признаков у нас была тюрьма в Гуантанамо, да, то есть пускай там сидели террористы, но они сидели без всякого суда и следствия, да, то есть их просто там держали. То есть, к сожалению, да, в Америке есть, вот присутствует вот эта вот, скажем так, плохая сторона монеты. И вопрос, насколько она сильная, эта сторона монеты, да. Вот сейчас показывает то, что, да, кандидата могут фактически посадить, потенциально посадить за что-то. Причем удивительно, что дело-то на него открыли после того, как он был президентом, о том, что произошло еще до выборов. Это вообще как бы, на самом деле, это еще хуже, потому что, представляете, если его признают виновным, то есть признать человека виновным в каком-то событии, которое произошло до выборов, и после этого этот человек был президентом 4 года. То есть весь мир на Америку будет смотреть как на банановую республику. И на самом деле это еще хуже, чем вот даже вот кажется, то есть, потому что это показывает, что мы, ну, вообще некомпетентны, да, то есть как мы можем, как мы допустили человека потенциально, там не будем говорить, кто это, да, и по какому причине, но вот факт заключается в том, что мы выбрали человека, который оказывается преступник. Это ужасный удар по стране, и поэтому тут надо понять, насколько это вот политическое или это просто безалаберность, где наплевать там эффект, который произойдет. Смотри, я вот сейчас смотрю за администрацией Байдена, и Трамп об этом постоянно тоже говорит, что он считает, что то, что делает администрация Байдена, нас потихонечку ведет к Третьей мировой войне. Дай бог, что этого никогда не произошло, но вот ощущение, что демократам и им просто наплевать, что будет с Америкой, у них какие-то другие глобальные дела там за территории США, и то, что происходит в Америке, полностью просто не входит ни в какую логику. И вот если мы возьмем войну на Украине, ужасную войну, но вот эта вот американская поддержка, она какая-то странная. Я вот за ней постоянно наблюдаю. Они вроде бы и хотят Украине помочь,
но не помогают до конца. Они что-то делают и что-то не делают. И такое ощущение, что у Америки такая патовая ситуация. Они не могут дать позволить проиграть Украине и не могут дать позволить выиграть России, но при этом они могут дать себе позволить, чтобы Россия там распалась, с Россией что-то случилось. И вот сейчас, когда вот Пригожин, то, что там произошло, я не знаю, это был договорняк, не договорняк, они в России без нас сами разберутся. Но страх в глазах Блинкина и в глазах всего американского сообщества спецслужб и Белого дома он был настолько сильный, что у всех просто, у меня такое ощущение, что они просто все пересрали. Именно пересрали того, что что-то произойдет в России, и Путин уйдет от власти. Они реально перепугались. Я никогда не видел, чтобы Блинкин, он просто, во-первых, он дал распоряжение всем дипломатам по всему миру не обсуждать эту тему, не поддерживать никого. И вот американцы были как такие вот дети, они кричали, это не мы, мы это не сделали, это не мы, мы к этому никакого отношения не имеем. Чего они так все перепугались? А может, действительно, они там попытались тоже поиграть в цветную революцию, у них просто не получилось? Как ты думаешь? Ну, во-первых, мы никогда, скорее всего, не узнаем, участвовали они в этом или нет. В этот момент, я думаю, они не участвовали, но они действительно сами, по-моему, запутались, да? То есть они, с одной стороны, говорят, что там, как бы мы хотим, чтобы там война закончилась, при этом, как ты описал, дают помощь, но не до конца. И тут складывается впечатление, что тут кто в лес, кто под дрова. Да, то есть совершенно неналаженная, как бы, скажем так, стратегия, да, сдерживания, она также совершенно непонятна. Что, то есть конечной игры сейчас вообще не видно. Да, действительно, я думаю, что очень много людей испугалось, если, например, Пригожин придет к власти, у него будет кнопка красная, человек импульсивный, может нажать. То есть это не очень хороший, как бы, подход. С другой стороны, это можно было ожидать, да, то есть это можно было ожидать в какой-то степени. На самом деле, вот количество помощи, которое выделено Украине, сейчас примерно, ну, грубо говоря, 10% от годового бюджета, военного бюджета США. Недостаточно, да? Много. Это достаточно много, это больше, чем Афганистан, в Ираке побольше, там, по-моему, идет такая ступень Ирак, Вьетнамско-Корейская война, но сильно приближается, да, то есть количество денег приличное. Вопрос, тратят ли они эффективно, я сильно сомневаюсь, потому что я думаю, что там откатов в самой Америке достаточно большое, и те же конгрессмены владеют акциями многих компаний, то есть там сильно все зарабатывают. И я думаю, что это основная причина, почему нет такой конкретики, да, потому что на самом деле говорить могут что угодно, но чтобы вот там кто-то вышел и сказал, все, вот мы завтра победим, сильно никто не заинтересован. Ленд-лиз заканчивается в сентябре, закон о ленд-лизе, но он еще даже не начинался. Он еще не начинался, да. Для чего он был принят, для чего вот этот бардак нужен был? Ну, для чего он был принят, можно тут подумать, что это был психологический момент, да, то есть можно сказать, что это вот попытались России показать, что смотрите, мы будем поддерживать до конца, но это, походу, не сработало. То есть я не уверен, насколько это было именно вот задействовано, что вот да, это будет использовано. Деньги и так дают, да, то есть вопрос, правильно ли их дают, на правильном ли направлении. Понятно, что вот то, что я сижу за новостями, да, и дают недостаточно, чтобы что-то изменить ситуацию. Да, и тут вопрос, а почему? А какая вообще конечная цель? Вот у меня складывается впечатление, что это вот такой конфликт, который выгоден сейчас сегодняшней власти США, чтобы вот такой он бурлил до выборов, да, и в нужный момент выстрелил, как они захотят. Вполне возможно. Кстати, в республиканской партии сейчас очень, ну, там, очень много кандидатов, но у меня один кандидат, меня реально бесит, меня вот реально хочется в молодому плюхнуть тему, это Пенс. Я еще тогда сказал, когда вот он все это сделал с конвертом, я сказал, что он Иуда, просто вот Иуда в американской истории, он продал Трампа и продал наш устой республиканской консервативной партии. Вот. И вот сейчас он пошел на выборы, он поехал на Украину, туда-сюда. Ты думаешь, что у Пенса есть какие-то шансы? У предателей могут быть шансы какие-то вообще минимальные? Смотри, я думаю, что шансов у него немного, но он не один такой кандидат, да? То есть Крис Кристи... То же самое, Крис Кристи чуть ли там не лучший друг Трампа был.
И сейчас он тоже идет в кандидаты опять. И было интервью, где он не очень хорошо отзывался. То есть, опять же, вот в праймерис, в первом туре главная цель — выйти первым. И единственный способ выйти первым – это разодорить всех и сказать, что вот я самый лучший, я громче всех кричу, и оттянуть нужный процент голосов. А там для праймерис, вот, учитывая количество кандидатов, там 25% будет достаточно, чтобы победить. Да? Но я не думаю, что Пенс может 25% получить. Это нереально. Другие кандидаты вполне возможно, но сейчас на данный момент Трамп явно набирает 35%. Это достаточно, чтобы ему пройти первый тур. Скажи, а вот риторика Трампа по Украине, он говорит, что я могу этот конфликт закончить за один день, и при мне, то есть, я был бы такой войны не было, и он полностью говорит о Байдене, что они вот коррумпированные, сам коррумпированный президент. А вот действительно, вот если же Трамп идет в Белый дом, помощь Украине закончится в этот же день, или все равно будет продолжаться? Ты знаешь, Трамп не говорит, что он закончит помощь. Трамп говорит, что он хочет прекратить войну и прекратить, чтобы столько людей гибло. Да? Он говорит, я хочу, чтобы прекратили гибнуть люди. Как это произойдет, это уже второй вопрос. То есть если выбрать с точки зрения его мышления, что он просто хочет, чтобы прекратили гибнуть люди с обоих сторон, и он это может сделать, я вполне вижу, что он там будет рассматривать несколько вариантов. Он единственный президент, который летал к Северной Корее, там, диктатору, да, не побоялся встречаться. То есть я думаю, что если он говорит это вот в том тоне, в котором он говорит, он не говорит, что закончится помощь, да, он будет искать все возможные варианты, чтобы прекратился конфликт. Понятно, там, кто-то будет против, кто-то за, но он вполне возможен это сделать. То есть смотри, Байден этого не говорит. Байден не говорит, я хочу прекратить войну, я хочу, чтобы прекратили погибать люди. Он говорит совсем другое. Или кто там за него говорит и пишет ему речь. Поэтому я не думаю, что тут вопрос о деньгах. То есть, во-первых, я думаю, что на самом деле надо быть честным и признаться, что и Трамп не сильно там экономил деньги в Соединенных Штатах, да, то есть при нем бюджет разлетелся сильно. Я думаю, что просто подход совершенно другой. Если конечная цель — закончить войну, он ее может закончить. Нет, я согласен, что закончить не хочешь, но я только не понимаю одну вещь. Если взять Зеленского и взять всю эту вот его команду и украинских журналистов, как они вообще планируют работать с Трампом, Зеленский, как вот когда он придет к власти, когда Зеленский его слил, его полностью, они его все оскорбляют, его постоянно, они постоянно по нему проходятся. Я вот не понимаю, вот когда Трамп идет в Белый дом, я не понимаю его работу с Зеленским. Зеленского выхода не останется, как просто, я не знаю, уйти. С Трампом точно, Трамп, я уверен, что Трамп с ним работать не будет, это точно. Ну, я думаю, что, опять же, мы не знаем, как будет развиваться все до этого года. В политике присутствуют какие-то вот такие вот вещи, которые нужно потом будет сильно обсуждать и договариваться, да, то есть пойдут люди на уступки какие-то. Я не думаю, что вот выиграет Трамп и тут же обрубит все деньги Украину и скажет, все, там, забыли, проехали. Ну, то есть, это, во-первых, это не делается одним человеком. Не забывай, что это как бы американская система устроена так, что все-таки президент не может прям вот всю секунду все сделать. Есть Конгресс, есть какие-то обещания, которые сложно изменить всю секунду. Я думаю, что, опять же, если цель — прекратить конфликт, то он этого добьется. Как это произойдет, это уже второй вопрос, это можно обсуждать. Будет ли это больше оружия, будет ли это меньше оружия, будет ли там стол переговоров, может, он всех в Мар-а-Лаго позовет в гольф поиграть, я не знаю. То есть я думаю, что все хотят, чтобы это все закончилось, на самом деле. Никто не говорит. А как тебе реакция на то, что вот сейчас оружие, которое мы отправляем, Америка отправляем на Украину, она всплывает то в Мексике, сейчас во Франции в конфликте, когда Франция горела. Я так не понимаю, это оружие после не уходит на Украину, а списывается, или она уходит на Украину, потом его продают его на сторону? Я думаю, что и то. Коррупция везде. Да, то есть она может... Вот, кстати, вопрос такой, тебе как политику, скажи, у нас
коррупция же в стране есть, насколько я понимаю, как и везде. Только вот у нас коррупция, я насколько я понимаю, она в верхних эшелонах власти, в нижних эшелонах власти коррупции практически нету, да, в Америке. Вот именно вот, вот на уровне, допустим, я не знаю, вот на, ну, на местном уровне коррупции у нас, и у нас на местном уровне тоже коррупция есть. Ну, смотри, я не хочу обобщать, потому что я, как говорится, свечку не держал, но я скажу так. Коррупция есть. На высшем уровне она просто легализована. Это называется лоббирование, да? То есть это чисто официальная вещь, где компания нанимает лоббистов за деньги, которые являются бывшими работниками госаппарата, которые по дружбе, по знакомству идут и выбивают нужные законы. Это чисто вот официальная легализация взяток. Она в Америке вот в таком виде. Если такое же на уровне штата, может быть и есть, но не в таком, не в таких количествах. Я думаю, что помимо этого еще очень сильный момент – это ужасная бюрократия. Вот. Ну, скажи, ты мне это жаловался по бюрократии. Да. Ну, бюрократия ужасная, да, она как и везде есть, но вот пока не стал, что в Соединенных Штатах, ты не знаешь, какая сильная. Вот, то есть я... несколько примеров – это вот Social Security Administration и IRS, да, налоговая. Угу. То есть я знаю, где люди не получили рефанд из IRS еще с 2020 года. Причем... просто вот 3 года спустя они не получили возврат денег. Я знаю, что IRS просто шлет, и у меня лично был такой опыт, у других шлет, там, ты не оплатил налоги, когда ты говоришь, нет, я оплатил, а они говорят, нет, ну мы эту бумажку не можем принять, хотя это официальная бумажка с ихнего же сайта. То есть полная деградация вот этого вот системы, где такое вообще не должно происходить. И Social Security Administration на самом деле то же самое, то есть если кто-то попытался в Америке получить пенсионную страховку, Medicare, он столкнется с ужасной бюрократией, да, то есть чтобы ее оформить, нужно записаться на телефонное интервью за 2 месяца, ждать этого звонка, на котором тебе скажут, мы не можем тебе что-то дать, потому что у нас нет этой бумажки, которую ты уже приносил много раз. И это не потому, что кто-то делает специально, просто сама система, она настолько устарела и настолько отсталая, что она не справляется с количеством людей, и все встало. То есть, на самом деле, это вот самый такой негативный показатель бюрократии. И становится только хуже, да, то есть пенсионные накопления, скорее всего, кончатся там в Social Security к какому-то году 30-му, и вообще не добьешься ничего. Я не говорю, что где-то в другом месте лучше. На самом деле, я уверен, что везде примерно то же самое. Но это одна из вещей, которые как бы неприятно. Кажется, что вроде все... У нас она и должна быть, она может в другом месте есть, но она в Америке, потому что мы, смотри, мы как великая держава, мы учим весь мир. Мы учим Путина, как вести себя с Навальным, мы учим Лукашенко, как вести себя в Окрестина. В этой мире у нас в федеральной тюрьме в Вашингтоне сидят еще дофига народу. Ним не допускают адвокатов, им дают левые сроки, над ними издеваются. Понимаешь, мы говорим про выборы, вмешиваемся в выборы по всему миру, говорим, что в России выборы неправильно прошли, в Беларуси выборы неправильно прошли, Лукашенко нелегитимный президент. А у нас что, легитимный президент в Белом доме сидит? А вот, и вот этот дезонанс непонятный, понимаешь, насколько мы вообще имеем право кому-то что-то говорить, когда у вас самих, извините, усы в говне, понимаешь, прям так, я извиняюсь, что так говорю, так оно есть, или ты считаешь, они правы? Нет, я с тобой полностью согласен, я не думаю, что мы имеем сильное право такое говорить, я думаю, что это остаток такой, остаток сверхдержавной такой... взгляды на мир, да, но на самом деле в России он присутствует, да, то есть когда был Советский Союз, такая держава, и вдруг вот она сейчас уже не такая держава, но у людей осталось так, на самом деле такие же мысли, то есть какие-то вещи продолжают вот ползти, это не значит, что там вот Америка завтра развалится, но Америка совсем не такая сильная, как была, да, и американская мечта совсем далеко не такая мечта, как была раньше, например, как... Ну, не та мечта, за которую приехал ты и я сюда, да, совсем другая мечта. Ну, она изменилась. И мечта изменилась, и возможность к ней изменилась дойти. То есть Америка сильно изменилась, да, и когда... То есть сравнить 90-е сейчас — это небо и земля.
Я думаю, мы должны сфокусироваться сейчас налаживание как бы в своем доме. Она была мечта американская. Вот мы когда ехали сюда, в Америку, она была мечта свобода, иметь хорошую работу, иметь свой выплаченный дом, иметь хороший автомобиль, иметь право учить своих детей в школах, чтобы там, ну, это была такая большая американская мечта, которую мы пытались добиться, когда мы с тобой приехали в конце 80-х годов, и мы с тобой, в общем, ее добились, ее, эту мечту. Но сейчас выясняется, что мечта американская другая. Чтобы твои дети не стали ЛГБТшниками, чтобы трансгендеры не стояли возле твоей школы. Что, какая вообще, какая вот, или наоборот, какая вот сейчас американская мечта? Вот то американское, что я помню, вот я о ней сейчас сказал. Знаешь, жить в достатке, как говорится, чтобы тебе не говорили то, что там жидовская морда тебе, там ты чего здесь находишься, что евреев там не принимают куда-то на работу, что-то еще. Вот это вот, это свободой. А вот сейчас люди приезжают, какая вот эта мечта сейчас в Америке, ты считаешь? Вот, ты, вот есть как-то у тебя вот понятие новой американской мечты? Ну, сейчас, я думаю, ну, опять же, она сильно отличается от тех, кто только хочет сюда приехать, и тех, кто уже приехал. Но те, кто сюда приехал, понимают, что мечта заключается в следующем. А где бы мне найти работу, которая погасит все мои кредиты? И, собственно, об этом и думают большинство людей. Причем неважно, американцы или нет. Потому что сейчас, учитывая нашу инфляцию, стало очень трудно кормить семью, даже если у тебя все получилось. И это, скажем так, вот люди многие не могут купить себе уже дом. И, может быть, никогда не купят. Да, то есть одни говорят, там, покупка дома – это мечта, американская мечта. Есть куча других проблем. Медицинское обслуживание ужасное. Да, то есть люди ну, не ходят к врачу, потому что не то, что даже не могут позволить. Врачей нет хороших. Они кончились, потому что система поломалась, и на такое большое количество людей, которые приехали за последние 30 лет, она не была рассчитана. Да, то есть люди ждут 3 месяца записаться к врачу, получают гигантские счета, которые потом полжизни выплачивают. И, к сожалению, эта американская мечта уже совсем не та. Да, то есть мечта уже поехать в Мексику сделать себе зубы или поехать в Дубай сделать себе коленки. Да, или купить себе домик где-то, где ты сможешь на свою американскую пенсию существовать. Явно не в Америке, потому что она очень маленькая. И это очень обидно. И начинаешь думать, а как будут твои дети, с чем они столкнутся. Ну да, поэтому, знаешь, я на это все смотрю, и я вот реально вижу, что действительно у нас проблема в стране. И в основном это демократы. Конечно, может, республиканцы тоже постарались где-то, полностью стали уничтожать средний класс. У нас же Америка стояла на среднем классе, не на богатых. Богатые они были, но был такой мощный костяк среднего класса. А сейчас, по последней статистике, средний класс где-то 30% ушел за черту бедности. Да, да, верно. Это не то, что это идет война, целенаправленное уничтожение среднего класса, но идет... скажем так, давление на инфляцию, которая заставляет ну, делать людей беднее. Это везде. В любой стране инфляция делает людей беднее. И параллельно с ней идет такая целенаправленная, скажем так, программа по поддержке малоимущих с использованием федерального бюджета. Да? То есть выстраивание такой вот, скажем так, мы будем платить вам минималку, но всем подряд. Да, и неважно, работаешь, не работаешь, вот чтобы тебе хватило денег на марихуану и на еду, все, вот тебе это, да. И мы столкнемся, на самом деле, скорее всего, с похожим то, что происходит во Франции. Вот это очень опасная вещь, потому что во Франции похожая ситуация произошла, где пришло очень много людей, которые не участвуют в экономической системе, которые живут только на пособиях, которым мало и хотят больше. И вот мы на грани такой, что сейчас это еще не дошло до этого, но есть потенциал, что вот выйдет энное количество людей, которым мало, потому что инфляция продолжает делать нас беднее, и не хватает денег на пособие, да, и столкнуться вот, мы столкнемся с похожей проблемой. Там причина-то основная там была, там вот, как у нас была George Floyd с Black Lives Matter, да, но это не потому, что там кого-то застрелили. Все мы понимаем, что если бы люди были бы увлечены работой и зарабатыванием денег, у них не было бы времени ходить громить магазин. Почему их громят? Потому что они не работают.
И это вот такая прослойка населения, которая у нас увеличивается, к сожалению. Да, Нервная система же тоже не работает, получается. Она совершенно не работает, да, потому что... ну, тут можно сказать, есть политическая подоплека, да, то есть создать дисбаланс, где, скажем так, вот эта группа лиц, которая там потенциально там выпускается постоянно наружу и не получает срок, они там, может быть, получат голоса там за демократов. Я не знаю, так ли это или нет, тут надо проводить исследования по количеству людей. Я думаю, что это просто вот... А вот мы сделаем не так, как вы хотите, вот мы сделаем наоборот. И то, что это наоборот, вот выглядит так, как оно выглядит, то есть отпускаем преступников на улицу, но это просто потому, что мы делаем не так, как вы хотите. Это вот на таком уровне. В Америке нужна такая вот гражданская война, нужна новая кровь, это как-то все поменять. Вот просто мы же замечаем, что республиканские штаты живут намного лучше, чем демократические штаты. И в безопасности, и в экономическом плане. А может быть, действительно, пора республиканским штатам объединяться и что-то менять, потому что, ну, только это, по-моему, может спасти Соединенные Штаты в данный момент. Ну, уже не разъединенные штаты. Я уже нас даже не называю Соединенными, я нас называю разъединенными штатами, потому что мы видим, как уже штаты со штатами ругаются, уже губернаторы с губернаторами ругаются, уже губернатор Калифорнии имеет наглость себе заявить, что губернатор штата Флориды там чуть не бандит, и там, ну, такие вещи уже происходят, этот губернатор штата Калифорния запретил с работником штата путешествовать во Флориду. Ты знаешь, да? Да, было такое. Понимаешь, получается, что штат начинает ходить в клинч между собой, и в клинч с федеральным правительством. Не приведет ли это все к гражданской войне все-таки наконец-таки? Или не наконец-таки, я не знаю. Ну, лично мое мнение, гражданской войны в Америке навряд ли будет, потому что большинство пассивное, да, то есть большинство людям без разницы. А тем, кому не без разницы, смогут ли они что-то изменить, я не знаю. А, ну, смотри, тот же Десантис, да, то есть вот Десантис, сам фактом, идя на выборы президентские, никогда потом не сможет сказать, ну вот мы в Флориде, мы живем отдельно от всего, потому что он как бы сам пошел в федеральный уровень. Да, и учитывая, что это... Поэтому он берет нелегальных иммигрантов, сажает в автобус и вывозит их к дому Камалы Харрис или куда-то еще. Он же все-таки тогда, получается, он входит в клинч с федеральным правительством. Ну, тут, да, то есть, с одной стороны, да, с другой стороны, смотри, вот марихуану он запрещает. Хотя, по идее, если хочешь идти вразрез с федеральным правительством, ты должен его разрешить. Потому что на уровне федерального правительства это запрещено. То есть, тут такая идет игра, где-то вот да, где-то нет. То есть, во-первых, я не думаю, что гражданская война будет, я не думаю, что это хорошо для общества, по крайней мере, в том виде, который мы представляем, там, красный на белых, белый на красных. Но и я больше переживаю за деградацию общества. Деградация общества, оно двигается, и люди подвязываются к такой системе, где они из нее не могут выкарабкаться, и там уже точно не до гражданской войны. Да? То есть, если тебя... Ну, и на самом деле это везде сейчас. Я не думаю, что в России сильно отличается. Да? То есть все в кредитах, все платят эти кредиты, думают только о том, как с ними расплатиться. И эта система, на самом деле, мировая. Ну, смотри, мэр Нью-Йорка, он уже пытается строить коммунальные квартиры в Нью-Йорке. И мы слышим от последнего заявления, он обратился к жителям Нью-Йорка, сказал, возьмите к себе домой жить нелегальных иммигрантов, поделитесь своими комнатами с ним, типа штат будет вам платить, город будет вам платить, но это понятно, платить будут недолго. А нет ли у тебя такого ощущения, что они еще пытаются частную собственность забрать у нас тоже потихонечку? Нет, это ощущение это есть. И может ли это быть причиной гражданской войны? Я не знаю, насколько это доведет до гражданской войны, но действительно есть такие, скажем так, отголоски какого-то вот этого будущего далекого, где, я не знаю, следишь ты или нет, форум Давос, да, где на котором было сказано, что вы будете счастливы, у вас будет ничего. Я не говорю, что это будет завтра, да, но какая-то отголоска вот этого идет, где, скорее всего, рано или поздно многие вещи будут принадлежать, пускай не государству, но крупным корпорациям. И на самом деле, если мы посмотрим на капитализм в Соединенных Штатах, это уже сейчас происходит. То есть легкий пример. Большинство ресторанов
принадлежат крупным корпорациям, а не семейному бизнесу. Потому что в Америке система выстроена так, и не то, что там кто-то специально дирижирует, да, но вот там создалась такая система налогообложения, закон прав, порядка, где семейный бизнес не выживает, потому что у тебя свой семейный бизнес, ресторан там или кафешка, да, найдется человек, кто пойдет, подскользнется у тебя, подаст на тебя в суд, ты банкротишься. Большие корпорации имеют возможность с этим сопротивляться, маленькие нет. Поэтому мелкий бизнес вымирает, очень быстро вымирает, и это происходит везде. То есть есть IT-компании, которые просто закрываются каждый день, потому что есть компании, которые все, что делают, это подают в суд на защиту там каких-то патентов, да, вот все, что они делают. И эти компании закрываются пачками каждый день. И на них кто выходит? Крупные гиганты: Microsoft, Google, Amazon, Facebook, да. Это происходит то же самое с жильем. То есть маленькие лендлорды, собственники квартир, им приходится закрываться, а на их месте строятся большие апартаменты, которые будут принадлежать большим корпорациям. И не факт, что это будет государство, но на уровне вот этом все происходит тенденция, где мелкий бизнес умирает, тем самым умирает и средний класс, он просто выживается. И создается такая прослойка: ультрабогатые три корпорации сверху и... Типа BlackRock, Vanguard, такие, да, вот. Да, да, совершенно верно. И то же самое происходит в продуктах питания, да, то есть там три компании владеют практически всем. В автомобильной промышленности. То есть мы видим, что вот... Ты знаешь, да, что BlackRock скупила Украину практически, они... На Украине ничего практически не осталось... Все скуплено компанией BlackRock. Ну, здесь тоже фермы все скупаются, да, там Билл Гейтс владелец практически всех, самый большой владелец ферм в Америке, кто бы мог подумать, да, он скупил все фермы, которые были возможны. А, и такие мелкие фермы, например, где там семейный бизнес, он вытесняется, да, то есть легально-нелегально он закрывается. И происходит такой медленный, скажем так, некровопролитный рейдерский захват мелкого бизнеса. Который просто... Я только не понимаю, как. Ну, допустим, у меня ферма, и меня хочет купить большая корпорация. Они что, меня обгоняют с земли, или я работаю там же, но только нужно эту корпорацию, получается, или как? Ну, слушай, есть разные подходы, да, то есть твои там курицы больные птичьим гриппом, их надо всех истребить, или там молоко у тебя заражено, надо его слить. До вытеснения на рынок, да, то есть, например, ты как мелкий поставщик можешь просто не сбыть никуда, потому что ты идешь в крупный ритейлер типа Walmart, да, Walmart говорит, мы с вами не имеем дела, вот у нас есть одна корпорация, которая нам молоко гонит на все, да, или Costco, которая там покупает все. Поэтому это на самом деле как бы вот это, чисто вот это делается с помощью капитализма как такового, да, но проблема в том, что большинство компаний выросло до таких гигантских размеров, где общий закон экономический уже фактически не работает, да, то есть идет чистое поглощение и уничтожение мелкого бизнеса. Хотя мелкий бизнес – основа капитализма. Вот мы все двигаемся вот в сторону, где будет по три компании на каждую индустрию, мы все будем получать какое-то пособие, на котором мы будем практически еле-еле существовать, не будем владеть ничего и будем хэппи. Это такой вот. Я не думаю, что мы будем очень хэппи, но кто его знает. Ладно, большое спасибо, что ты пришел сегодня. И так мы побеседовали на не очень приятные темы. Ребята, завтра у нас 4 July, это большой праздник американский, День независимости. Хотя как-то этот праздник все дальше и дальше тускнеет своим вот, с великолепием, если честно. Вот. А в среду у нас будет Михаил Хатин, как всегда, и в четверг Таня Турина, и потом в субботу я уезжаю в Северную Каролину, пока еще в свободные горы от капитализма, нет, как свободные горы от либерализма, вот так будем говорить. Вот. Еще там у меня друг есть, у него большая ферма форели, его пока еще не выдавили. Это 70 акров земли в горах. И мне всегда нравится, когда к нему заезжают, ты должен в город заехать, там еле приезжает, все, и вот какие-то поселки, все, когда ты приезжаешь, и такая большая надпись «State Maintenance End», знаешь, типа, ну, все остальное частная собственность идет. И я тебе хочу сказать, что на него тоже пару раз пытались наехать, и наехать жестко, наехать местные шерифы, и штат Северная Каролина. Пытается, действительно, я это замечаю, он отбивается.
Но коррупция страшная, даже вот в судах штата страшная коррупция. Но пока ферма работает. Так что я буду оттуда вести видео, если будет хороший интернет. Всем большое спасибо. Ставьте, пожалуйста, нам лайки. И сейчас будут ссылки на Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Ребята, был такой канал Russian TV America. Это канал, где он базировался во Флориде. И они вели новости каждый день. Довольно интересные ребята. И, да, я их часто смотрел. И позавчера их снесли с Ютуба. Там было 200 с лишним тысяч подписчиков. Просто снесли. Без предупреждения, без ничего. Их просто снесли. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на наш Телеграм-канал, потому что никогда не знаю, что может быть. Вот сегодня мы есть, а завтра нас уже нет. А так как мы товарищи маленькие, YouTube нас может снести за 2 секунды без объяснений вообще. Вот, так что вы нас можете найти в Телеграме, что такое произойдет. Конечно, мы откроем новые каналы, мы будем дальше все это продолжать. Но пока мы соберемся, пока нас найдут, пока туда-сюда, мы будем находиться... Мы ВКонтакте тоже есть, ребят. Мы ВКонтакте есть, и в Одноклассниках есть. Вот, но вот в Телеграме самое лучшее, пожалуйста, подписывайтесь в Телеграм и поддержите меня в моем Инстаграме, потому что там я снимаю просто жизнь американскую, мои поездки и все остальное. И сейчас я буду снимать поездку в Северную Каролину. Я обязательно встречусь с локал милицией. Кстати, вот ты зря говоришь, есть еще люди в наших пенатах? Есть. Я знаком с локал милицией. Все в Украине. Очень интересные люди. Очень интересные. Они есть, на самом деле, они есть в каждом штате. Они готовы. Вполне возможно. Да. Они готовы, и я их очень близко знаю, сейчас с ними я пообщаюсь. Мне очень, очень интересные люди. Вот. И я буду там, я буду обязательно, я сниму видео, я буду как-то без локейшн где-то находится точно. Вот. И я вам сниму встречу с Локом Лыщей и этих людей, как вообще это все выглядит красиво, с американскими флагами, в горах, все правильно, все как нужно. По крайней мере, я знаю, что когда надо будет валить, я еще знаю, куда еще можно свалить, если что. Вот, вот такие вот дела, ребят. Большое всем спасибо. Антон, я надеюсь, что ты еще раз вернешься в политику когда-нибудь более лучше. Знаешь, один вопрос, последний вопрос, вот просто пофантазируем, может, так получится. Если, не дай бог, в 2024 году выиграют демократы, у меня ощущение, что это будет конец, все. Конец демократической той Америки, и вот у меня такое ощущение, что если все-таки придет демократ-президент, а если это будет не робот Кеннеди, а вообще кто-то из этих товарищей говнюсис из Калифорнии, или кто там еще, что просто в следующие 20-30 лет, как минимум, в Америке будет только одна партийная система. Больше республиканцы к власти не подойдут никогда практически. Как считаешь, я прав или нет? Я думаю, что ты прав. И я думаю, что вероятность этого очень большая. И это происходит по нескольким причинам. На самом деле виноваты не только демократы, но и республиканцы. Республиканцы мало что делают, чтобы расширить свою партию. Честно. Я это видел еще в Вашингтоне, штат Вашингтон. Молодежь совершенно не привлекается. Да? То есть первый вопрос, например, вот любой поход к республиканской партии, и чтобы выступить там или пообщаться, первый вопрос, а ты веришь в Конституцию, да? То есть у них очень вот сухой взгляд, вот если ты там не вот такой вот, мы даже с тобой разговаривать не будем. И это ошибочное мнение, потому что молодежь приходит, она не знает, там, такое, не такое, что это Конституция, им просто интересно, их надо заинтриговать. Это совершенно республиканцы не делают. Это одна из причин, почему, я думаю, 20-й год проиграли, и большой вероятности 24-й проиграет. Потому что демократы очень много делают, чтобы привлечь молодежь. Очень много. У меня такое ощущение, что если, вот я так вижу, если выиграют демократы, первым делом, что начнется сильная репрессия республиканцев, вплоть до ареста сенаторов. Вот у меня такое ощущение. Постройка концлагерей, вот такие вот в своем типе, и полностью идет свобода слова. Больше то, что мы сейчас на Ютубе говорим, мы говорить не сможем. Вплоть до того, что ФБР будет приходить домой арестовывать. Вот у меня вот такие ощущения складываются. Смотри, я с тобой согласен эмоционально, да, но это не будет в таком виде, как ты описываешь, это будет намного проще. То есть если они уже выиграют в 2024 году, то, скорее всего, вот за эти 8 лет правления вырастет новое поколение, которое просто физически не даст возможность республиканцам выиграть выборы вообще. И не нужно никого сажать. Это просто математическая формула. Да? Это уже оппозиция, которая будет какие-то вопросы задавать нам, что-то еще оппозиция. Ее просто выключат, и все. Выключат.
да, то есть ее, то есть пускай она там вот где-то есть, да, там что-то бегают с флагами там, да. Вот отличный пример — Калифорния, Орегон, Вашингтон Стейт, да, вот это все западное побережье. Там республиканская партия вот именно этим и занимается. Все бегают с флагами, но не выиграли ни одни выборы. Ну, пускай себе бегают, да. Они их не трогают, пускай бегают, потому что они понимают, что они уже перевалили такое большинство, что там уже просто, ну, никак физически выиграть невозможно. Да, чем бы дитяти не чашлось, лишь бы не мешало. Вот. То есть я, на самом деле, когда я участвовал в выборах, я для себя сказал: смотрите, ребят, 20-й год, последний год, когда можно спасти штат Вашингтон от полного деградации, сдвиг в ультралевое. Да, то есть если это не произойдет, никакого изменения, то выиграть там выборы больше будет нереально, как и в Калифорнии. Собственно, я поэтому и уехал, потому что понимаю, что это все уже однопартийная схема. Смотрите, допустим, выиграл демократический президент демократы. На остальные республиканские штаты, такие как Десантис, многие другие, Техас, все. Тогда их, например, будут давить, потому что штаты-то останутся, основные республиканцы останутся, и они будут сопротивляться федералам. И у федералов надо как-то поддавливать всю эту ситуацию, понимаешь? Они будут в большинстве. Смотри, я с тобой полностью согласен, но произойдет следующее. Те, кто... республиканцы и придерживаются консервативных взглядов, будут переезжать в красные штаты, тем самым уменьшая количество людей в левых штатах до такой степени, где они никогда больше не выиграют. А в красных штатах? В красных штатах, может быть, они будут поддерживать вот эти, да, но на данный момент их 27, но как только их станет 24, то все, эта однопартийная система встанет тут же. Да, она уже двигается в эту сторону очень сильно. И тут вполне возможно придется идти в однопартийную систему и пытаться что-то изменить так, может быть. Да, а как объяснить, я, конечно, я захожу за час, просто я не задал тебе вопрос, постараюсь понять. Допустим, если республиканские штаты станут не 27, а 24, к примеру, да, но они бы все равно республиканские штаты, они все равно же могут сопротивляться федеральным каким-то решениям? Ну смотри, они сопротивляться могут, но ты должен понять... эту формулу, да, меньше половины штатов, это значит, Сенат фактически всегда будет левый, то есть и у них будет всегда большинство, потому что их больше половины. То есть тут нет такое четкое понимание, да, но если мы скажем, что вот примерно все красные штаты имеют республиканских сенаторов, все левые штаты имеют демократических, как только перевалит вот за эти 25, то Сенат всегда становится под партией демократии. Если у тебя и президент-демократ, все, это из трех, скажем так, вариантов, у тебя два заняты демократами, они фактически любой закон могут пропихнуть уже. Ну, как это закон? Допустим, мы сказали, был ковид, сказали, закрыть все, да? А Десантис сказал, а я не закрою, а идите его отсюда. Там что-то Байден на него дергался, да мы тут, да мы это, ничего не получилось. Десантис встал, извини меня, в позу сделал. И не пустил никого сюда. Что они смогут таким губернаторам? Арестовывать таких губернаторов? Нет, я не думаю, что... Нет, до этого... Ну, вот это будет как раз гражданская война. Я не думаю, что до такого дойдет. Я думаю, что могут урезать финансирование, да, то есть все-таки штат какие-то деньги получает. Например, штат же тоже может параллельно перестать платить деньги в федеральный налог. А вот это интересный вариант. Вот это, кстати, вот это и есть сопротивление. Смогут ли все граждане штата отказаться платить федеральный налог? Это, кстати, будет очень хороший показатель того, кто за, кто против. Вот тут вопрос. И чтобы это произошло, губернатор должен сказать, что он гарантирует безопасность собственности и имущества гражданам определенного штата на территории этого штата. Вот это называется уже... Вот это уже, кстати, гражданская война. Потому что тогда фактически губернатор говорит... Мы плевали на федеральные законы. Мы гарантируем, что АРС не может у вас забрать из вашего банковского счета, если он открыт в штате Флорида, деньги. Вот это будет противостояние. А дойдет ли до этого? Вот это вопрос. А вообще есть какой-то... теперь сейчас я зайду, я извиняюсь. Есть ли какой-то вариант, ты знаешь, есть какой-то вариант, что президент может арестовать, указом президента могут арестовать губернатора штата? Где-то я пытаюсь... Ну, то есть... С точки зрения закона, я думаю, что есть такой вариант, да, если там какой-то губернатор штата нарушил какой-то федеральный закон, и он выехал за пределы штата, его чисто теоретически могут арестовать. А в штате, если его поддерживают локал-полиция, шерифы, это же все, допустим, шериф, это вообще, насколько я понимаю, шериф – это вообще независимая величина, и ими никто не управляет. Ну, у нас да, штат... ну смотри, на уровне штата
есть федеральные земли. В каждом штате есть федеральные органы. Они есть. Да, то есть есть и федеральный суд, и есть ФБР, и есть другие федеральные органы. То есть чисто теоретически они могут как-то там что-то сделать, ну, то есть фактически выкрасть этого человека, да. Но мы понимаем, что это не происходит моментально. Да. Если накаляется ситуация до такой степени, то это как раз и вот будет потенциально подтолкнуть ситуацию, где вот эти все республиканские штаты выходят из Соединенных Штатов Америки и организуют свою собственную какую-то там страну, скажем так, да. То есть это поэтапная такая вещь. Я надеюсь, до этого не дойдет, потому что это будет на самом деле... Вот это на самом деле гражданская война, да, то есть когда федеральные органы, потому что выбраны политические силы в определенной партии, направят федеральные силы против какого-то губернатора, потому что они не согласны с его, скажем так... Потому что я помню разговор Байдена и Трампа, было не Трамп, Байден и Десантс, был у них такой разговор, когда Байден езжал на Десантс, сказал, ты должен закрыть штат, а если не закроешь штат, то мы поставим блокпосты. Это было, штат. Да. А на что Десантс сказал, я подниму национальную гвардию и буду защищать граждан Флориды. И на этом Байден обломился. Вот ну, это... смотри, там, то есть с точки зрения закона много может что произойти, да, то есть, например, федеральная авиационная служба может сказать, мы запрещаем самолетам летать в сторону Флориды, там, по безопасности, причины безопасности. То есть, если во Флориду перестанут летать самолеты, ты же понимаешь, что вся туристическая индустрия Флориды тут же умрет. Да? То есть, это вот, есть ли у них способ такое сделать? Чисто теоретически, наверное, сделают, но это не произойдет, то есть, это не произойдет, как бы, скажем так, вот раз и все. Да? То есть, в ответ последуют совсем другие... То есть, тогда бы я ожидал от губернатора... Вот это обещание, что я гарантирую безопасность всем налогоплательщикам, что можете не платить в федеральный бюджет, мы будем вас защищать. То есть вот это и есть гражданская война. Тем более такие штаты, как Флорида, как Техас, они вообще, у них же офигенно валовый продукт, у них офигенный ВВП у этих штатов. Он есть, но опять же, все равно все-таки сильно... Ну, то есть Флорида — это туристическое место, да, то есть я не думаю, что у нас есть производство во Флориде, которое потянет... Ну, то есть... Мы такие экстремальные ситуации смотрим, да, но чисто теоретически такое может дойти, если будет противостояние вот в таком виде. Как мы договоримся с тобой, давай будем выходить в прямой эфир, а то не договоримся. Ребята, всем большое спасибо, мы вас любим, спасибо, что приходите, потом нас смотрите. Антон, я тебя не хотел втягивать никакие заговоры, все, что было сказано, это чисто теоретически, и как мы никакого к этому не имеем, да? Да, совершенно верно. Спасибо, Стив. Всем до свидания. До свидания.